Сегодня выпускники сдали экзамен по русскому языку. В Магаданской области за парты сели более 700 школьников. Экзаменационная работа состоит из двух частей. В общей сложности в ней содержится 27 заданий, на выполнение которых отводится 3,5 часа. Президент Владимир Путин из-за сложной ситуации с коронавирусом предложил провести экзамен только для тех, кто собирается поступать в вузы. Остальные получили аттестаты по итогам года. Русский язык нужен фактически во всех высших учебных заведениях страны, а потому он самый массовый. Результаты для тех, кто сдает экзамен сегодня, объявят не позднее 20 июля.